Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это Hello Neighbor. А точнее, Hello Neighbor в CSGO. Мы нашли для вас и для себя тоже карту. Ой, вот не надо было выходить из дома. А я это привык, что надо идти в дом соседа, а тут уже другие правила. А тут лучше этого не делать. Интересно, а мы можем переключаться ботами или не можем? Ну, не знаю, лучше не надо. Короче говоря, как вы видите, это дом из Альфы 2. Но наверняка из других Альф тоже дома тут есть. Ладно, можно. А то они сидят тут на одном. Окей, как скажешь. Я проникну в дом. Ваш дом пойду. Вы более богато живете. Соседи. Интересно. Эх, вот в дверь подвал мы не попадем. Что? Откуда? Стреляют. Ты же в окно. Я этот дом очень хорошо знаю. Почему здесь дверь заперта? Ты знаешь, она разве... Этот дом разве так выглядит? Да. Это дом из... не из релизной версии, это дом из Альфы 2. Да? Да. Ну и в релизной версии этот дом был тоже, но он там немножко изменен был. Этот же был дом, но он был изменен. Это именно из Альфа 2. Где ж вас да. Тут искать, блин? И сарай. Не очень выглядит, если честно. Релиз мне нравится. Ну а как. А что насчет Альфы 1? И при Альфы. Я не знаю. Там были текстуры более реалистичные. Здесь тоже дверь будет заперта, да? Ну да, потому что в Альфе 2 эта дверь была закрыта всегда. И здесь она тоже закрыта. Блин. Да, у вас тебе домик. О, ни хрена, вот это я попал. Из дома попал прям в тебя, обалдеть. В такое удалище. Кстати, почему я оружие не взял? Ну, все, уже поздно покупать оружие. А, нет, не поздно. Ой-ой-ой-ой, в дом обстреливают. Блин, эти иди перли стенку, тут только за ботов играть. Так, вы боты, защищайте наш дом, а я буду проникать во вражеский. Нету сейчас, не будет твоих уже ботов. Ну, живых. Пока есть еще. Вас четверо, нас четверо. О! Отведал силушки скорострельный. Появился. Ай! О, неплохое оружие у этого бота. Твою мать!
Ну и у этого бота тоже неплохое оружие. А ты чего встал? Пошел давай! Че в стенку-то уперся? Мои все в стенку уперся. Ну че уставился? Выходи давай! Живо! Я вот толкаю, блин, что он пошел. А он все равно не идет. Они не пойдут. Боты эти не шарят в этой карте вообще. Ультра тупые боты. Что? Я же стрим. Как ты его вообще попал на крышу? Я думал, только через здание может. Тут и лестница снаружи есть. А, ну ты-то спец. Ну да. Блин! Ладно, этот бот хотя бы не будет больше сюда переться. В эту крышу. Ой, в стену. Все? Все? Как это? Давай-ка еще раз, только давай ролями поменяемся. Да. А потом, наверное, еще карту похлую Нейбор найдем. А я уже нашел. Нашел? Там есть где дом побольше? Я не знал. Ой, а, мы же в соседском доме теперь. Понимаю, тут просто бой насмерть. Собака. Вот АВП бы пригодился бы вообще. Ой. Из АВП. Ну чего вы в стенку все встали, дебилы? Мне такое чувство, что они как будто на запас мне идут просто, чтобы на бота потом переключаться. Блин, и дверь не открыть с этой стороны. Блин. Да твою ж налево, да блин! Господи, дебилы какие. Я из-за них застрял, я выбраться не могу. С дороги, уйдите, блин! Уйди, вот ты. Да блин, ну я так не могу. Что за дебильный бот? Они вообще эту карту не знают. Офигеть, тебя просто перестрелят. Ну, у меня шансов вообще тут просто никаких не было. Бежать было некуда, я там застрял. И мне даже денег не дали нормально. Вот АВП надо бы на вас не хватать. Твоим... Вот так такого ты еще не видел. Hello Neighbor Alpha 2. О, у этого оружия неплохое. Возьму его. А почему эта дверь закрыта? Ты где? Убиваю ботов своих. Как ты там оказался? Ну как-то так.
Ой. Блин, откуда? Негев где? А, это да, это Негев. Ну, у этого чувака тоже Негев. Погнали. А как это так? Граната взорвалась, и меня отнялось хп. Граната так далеко взорвалась. Это я тебя стрельнул. Такую херню я сейчас взял. Это я в тебя стрельнул. Лучше этот... А, зачем он мне нужен-то? Это дурацкая подстава просто. О, вот это оружие получше. Да где? А, в окне. Да блин, ну как через стенку-то? Не знаю. Ну, всё, остался один, который, у которого вообще говёное оружие. И лучше из Глока буду стрелять. Вот самое время застревать, блин. Кто стекло выбил? Я. А как ты смог попасть в то стекло, находясь там? Вот чуть-чуть кусочек торчит. Да уж, даже твоя профессиональность без знания этой карты не помогает выиграть. О! Блин, быстрее, быстрее, забота, переключайся, где он? Макси! Ничего себе, как голым. Так, ладно, давай какую-нибудь другую карту. Холодный выбор. А мне понравилось. Круто, я тебя убью. Да, правда, вот маловато попыток. Дается на это. Дре. А, hello neighbor. Давай, только не зависай, пожалуйста. Карты из мастерской у меня виснут иногда. Но, надеюсь, в этот раз не зависнет. Нет, не зависнет. Я сейчас, наверное, заспаунюсь и умру. А, нет, не умру. Умрешь. А, нет, не умрешь. Перезаряжал я оружие, блин, пока это фигня. А у меня... А это Hello Neighbor, что ли, такой? Или это разминка просто так выглядит? Это и есть вся карта. А чё она такая маленькая? Самая популярная. Как-то странно это очень. Но в Hello Neighbor не было таких. Да ладно, наверное, это разминка. Надеюсь, что это разминка, потому что... Ну как карта может такое вот быть? Нифига тут шприцов. Нет, это карта такая. А, нет. А, да. Да? Серьезно? И это популярная карта? Серьезно? Тоже мне популярная карта. Это, кстати, не Hello Neighbor. На картинках это выглядело круче.
И где же тут шприц-то использовать? И оружие одно и то же, блин, выдается. И покупать нельзя других оружий. Ну что это за карта такая? Что? Что ты делаешь, блин? Осматриваю. Правда это? Блин, это правда одна карта. Ну да. Ну какой смысл играть? Ну да. Какая-то карта, это говёная. На картинках там столько всего было. Ну, это кликбейт, похоже. Так оценки хорошие. Самое популярное. Может, накрученные? Может быть. Ну, может, все тогда на сегодня. Сколько было? 16 минут? Ладно, наверное... Конец почему-то не записался, но мы на этом действительно закончили. Всем спасибо за просмотр. С вами был Подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.